Приветствую всех вас в замечательной игре Enlisted, или срочно служащий, да. В общем, сегодня нам предстоит посмотреть, что это за игра. Поиграем мы, конечно же, за Советский Союз, но все-таки не за фашистов же нам играть, правильно? Единственное, что меня удивляет в этой игре, это, конечно, лица наших солдат. В особенности вот этого. Парень, что с тобой? Но, видимо, не первый год войны сказывается. Да и у твоего товарища тоже. Давайте посмотрим, что у них еще есть. Ну вот, братья НКВДшники, они, конечно, получше. Вот, а, собственно, командир, да? Вот бурят лопоухий, конечно, парень тоже хороший такой, интересный. Суровые танкисты, к ним не прикопаешься. Ух ты, наш герой работает в две смены. Да. Ладно, давайте попробуем. А вот и недруги. Ты чего не умираешь? Потому что я стрелять не умею. Никто не умеет. Дело не в умении, не в желании и вообще ни в чем. Вот почему. Березочка, дай тебя обниму, родная, за тебя. Вот так вот, с самой березки тебя. Ох ты, как тут близко. Вы че его еще не убили? Береза спасает меня. Береза, родная береза. Так. Опа. Опа. Березочка. Сила березы. Так. Эй, как ты не помер? А, конечно. О! Вот так вот, и никак иначе. Я с приклада этих немцев валю просто, потому что стрелять я, может, и не научился, а драться Володя умеет. Вот так, аккуратно, парни. Если что, бейте их прикладом, это их слабое место. Опа! Вот так вот, понятно? Вы так умеете? Вот так вот, с такой позиции никто меня никогда не поймает. Опа! 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 Давай, 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 брат, делай! Делай! Да! Ну что? Еще раз придется. Так, я все-таки не зря на турничок ходил. Давай, давай! Давай, давай, давай! Я лучший подрыватель танков на свете. Я убил себя. Я не просто так убил. Я пожертвовал собой. Ах ты, фашистская морда. Подкараулил. Негодяй. Фашистская рожа где-то тут спряталась 100%. О, бильярдик. Хорошая тема, ребяточки. Еще и русский бильярд. Неплохо. Понятно. Я теперь тоже это вот понимаю, что за бильярдик можно и посражаться. Не только за булочку. За булочку! Какое здоровское кресло. Поставлю здесь кресло после победы. Вот здесь вот компьютер. И буду, значит, снимать видосики, играя в то, как я воевал. А я хочу залезть на эту пантеру и покрасоваться на ней. Русский солдат на пантере, оно смотрите все. Смотреть всем бесплатно и без регистрации.
Так, подожди, я же тоже на Т-34 могу заехать. Вот, например, вот так вот. Сразу перед пантерой появился тут. Я ее поджег. Фашистские дети. Сгорите к монахам. О, меня... Меня чокнули. Нельзя высовываться из... Из люка так просто. Это тебе не это, вот. Это тебе не это. Это вам не это. А что здесь пишет? Это кофе-хаус. Ростик, тут кофе-хаус. Не хочешь на чашечку кофе зайти? Конечно. Чем там, блин, их убиваешь? Чем? Винтовка. Да. Нормальная история, ребят. Я не знаю, как вам, но я ползаю под водой спокойно, вообще. Без всяких проблем. Могу даже прицелиться. Вообще все проработано. Я не тону, например. Классно же. О, начал тонуть, кажется. Начал захлебываться. Хм. Я, видимо, в прошлом все-таки занимался плаванием. Нырял, видимо, часто. Оба. Как вам прицел в воде? Взяли воздуха и пошли обратно. Я вообще морской котик. Вот так вот. Морские котики стали котиками, потому что увидели, какой я котик морской. У меня даже одежда не мокнет, ни капельки. Вот что значит советское качество, ребята. Что случилось? Почему? Почему рельсы висят в воздухе? Это что? Американские горки? Я просто не понимаю, как могло уйти столько песка. Или это такая бомба была, супербомба, да? Супербомба, которая унесла кучу песка, скинула вагончики, но ничего не сделала с железной дорогой. Хороший металл, ребят, я скажу, хороший. Запомните и делайте все из него. Наши ребята захватывают позицию. Молодцы наши ребята, я вот так должен сказать. Они великолепны, потому что я осваиваю технику, чтобы после войны было кому, знаете ли, восстанавливать страну. После ваших вот этих всех взрывов и так далее. Вот. Вот настолько я энергичен, что перепрыгнул. Сколько метров? 5? Если брать каждую по метру, то 6 метров. Ой, 6 метров, блин, прыгнул, а? А вы сколько в школе прыгали? Вот. Ты видел? Заснял это? Да у тебя вообще глаза стали какие-то узкие после этого. Ой, перезаряжается он. Сюда залезть. Супер. Не, ну, слушай, это балл. 10 баллов за графончик разрабом. Из-за вот этого летающего парня, у которого подмышки потеют кровью. Игра хорошая. Заплатите мне за то, что я вас хвалю.